Привет, друзья! Сегодня в обзоре часы Timex. Модель называется T2P427. Это из серии Intelligent Quartz. Часы на вот такой стойке. Инструкция расположена внутри стойки. Это инструкция на всю серию Intelligent Quartz. Соответственно, я не буду ее все показывать, а расскажу подробно о самих часах. Часы в металлическом корпусе из нержавеющей стали, стекло минеральное, безель вращается в одну сторону. Диаметр корпуса, обратите внимание, какая форма корпуса, то есть сверху он уже, внизу пошире, сверху 42 мм, внизу диаметр 45 мм, толщина корпуса 13, черное покрытие, стекло вровень с корпусом сделано, кожаный ремешок. Давайте посмотрим на заднюю крышку. Вот так выглядит задняя крышка. Номер модели серии Intelligent Quartz. 100 метров водозащита. Индиго. Ну и серийный номер. Примерно это все. И теперь о самих часах. Как вы успели заметить, здесь три центральных стрелки. Минутная, часовая, секундная. Еще одна дополнительная. Я о ней расскажу чуть позже. На трех часах расположено окошко даты. Итак, первые три стрелки предназначены для индикации текущего времени. Также, кроме этого, часы имеют функцию нескольких часовых поясов, а именно вы можете узнать время в двух дополнительных часовых поясах. Давайте я покажу, как это все осуществляется. Для этого зайдем на сайт, ну, любой сайт в интернете. Я вот нашел такой сайт и для примера взял три города. Это будет Лондон. И по Лондону выставил часы. Как мы видим, сейчас в Лондоне 16:49. Соответственно, я выставил часы заранее. Получилось 4:49. Это по Лондону. И дальше, для примера, возьмем еще два города. Пусть это будет Нью-Йорк. В Нью-Йорке сейчас 11:49 утра. И давайте установим эти часы. Обратите внимание, что здесь есть внутренняя шкала. Вот она, внутренняя шкала. Шкала от 0 до 24 часов. И давайте установим, используя вот эту кнопку, часы. То есть вот эту часовую стрелку. Это вот. Но так как уже скоро 12, давайте установим ближе к 12. Вот так. И возьмем теперь второй город. Второй город, для примера, пусть будет Токио. В Токио 0:50. Соответственно, давайте установим, используя вот эту внешнюю, наружную разметку на безеле, установим напротив вот этой стрелки время 0:00, то есть это около часа. Давайте установим напротив стрелки. 0:00. И вот здесь будет час. И вот сейчас мы оставим это все на некоторое время. И через час продолжим съемку. И вы посмотрите, что произошло. Итак, друзья, мы продолжаем. Прошло некоторое время. И давайте попробуем определить, сколько сейчас времени. Ну, в Лондоне понятно. В Лондоне 6:28. Давайте проверим это. 6:27. 27 минут, да, 28 минут будет через 20 секунд. И давайте попытаемся определить, сколько времени в Нью-Йорке. В Нью-Йорке у нас за Нью-Йорк отвечает вот эта шкала. Обратите внимание, вот нечетные цифры идут внутри, а нечетные по наружному краю циферблата. Соответственно, мы видим, что 13 часов приближается к 14, значит, в Лондоне сейчас, в Нью-Йорке сейчас 13:28. Давайте посмотрим на сайте. 13:28. Все работает. И давайте проверим время в Токио. На этот раз мы смотрим вот на эту часть шкалы. То есть, соответственно, 2, вот это 3 часа. Значит, 3 часа еще не наступило. Итого 2 часа и 28 или 29 минут. Давайте проверим,
что нам показывает сайт. Все верно, 2 часа 28 минут сейчас в Токио. Теперь я покажу, как выглядят часы на руке, и покажу работу фирменной подсветки Indiglo. Вот так смотрятся часы на руке. Подчеркну, они очень удобные, легкие, 90 грамм они весят. И теперь смотрим на подсветку. Во-первых, здесь есть люминофор на часовой и минутной стрелке. Ну и теперь традиционно нажимаем. И вот, пожалуйста, подсветка. Теперь несколько слов о том, что я думаю именно об этой модели. Лично мое мнение таково, что такая модель зачастую гораздо более полезна бывает и гораздо чаще используется, чем модные хронографы, которые в основном стараются поставить на какие-то более-менее сложные часы. Потому что узнать время во втором или в третьем часовом поясе, как по мне, бывает нужно гораздо чаще, чем, к примеру, наличие хронографа на 30 секунд. Ну, опять же, это мое мнение. Ну и на этом я обзор заканчиваю. Всем спасибо, пока, до новых видео.